Причина жестких мер в том, что большинство несчастных случаев с бытовым газом связано с несоблюдением правил. Проще говоря, если у хозяина квартиры нет договора с газовиками, за безопасность оборудования в его квартире отвечает только он сам. В некоторых районах до четверти многоквартирников по разным причинам еще не подписали такие соглашения. Теперь нерадивыми хозяевами займутся специальные районные комиссии. Только эта комиссия путем проведения собрания, общего собрания собственников и жильцов многоквартирного дома будет доводить все необходимые положения и решать все проблемные вопросы, связанные с эксплуатацией внутридомового газового оборудования. А именно проверять наличие договоров с обслуживанием внутридомового газового оборудования как по жилым помещениям, так и на территории общего пользования. Подобные проверки проходят сейчас по всей стране. Такое поручение дал Владимир Путин после того, как всего за пару недель из-за взрывов бытового газа в Рязани и Иваново погибли больше 10 человек.